с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор набор инструмента компании Стандарт, код товара ST1224. Данный набор применяется для ремонта и обслуживания автомобиля, то есть для личного пользования, если коротко сказать. Набор не профессиональный, это полупрофессиональный набор инструмента. Такая упаковка идет сверху на самом кейсе. Здесь указана комплектация. Наборы данные выпускаются в Китае. Материал изготовления инструмента, как указывает производитель, хром, ванадиевая сталь. Рабочий квадрат в наборе 1/2 дюйма. Гарантия на инструмент стандарт составляет 1 год. Трещотка в наборе под 1/2 дюйма, 45 зубьев. Рукоятка комбинированная, резинопластик, синий цвет, вставки пластиковые, черный, резина. Надпись на трещотке стандарт CRV, то есть хром ванадиевая сталь. 45 зубьев, есть быстрый сброс, фиксация головки. Трещотка разборная, два винта выкручиватель, механизм можно заменить или смазать. Есть реверс. Длина трещотки составляет 260 мм. Т-образный вороток. Длина 250 мм. Вороток шарнирный. Длина 355 мм. Очень удобная вещь для срывания гаек, докручивания. Сделать это не трещоткой, а именно воротком. Рукоятка. Видите, небольшое рифление здесь для удобства. Руки не соскальзывало у вас. Два удлинителя 250 и 125 мм. Кардан шарнирный. Скреплен здесь металлическими вставками. И набор головок. Общее количество 18 штук. Головки под квадрат 1/2 дюйма. Самая маленькая в наборе на 8 мм. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 215 грамм. Материал хром ванадиевая сталь. Сам кейс набора металлический. На верхней крышке надпись стандарт с логотипом. Замки запирания также металлические. Рукоятка складная. Так. Сама подкладка под инструмент из пластика. То есть она полностью вынимается из самого кейса. Габариты кейса. Ширина 45 сантиметров, длина 18,5, высота 5, вес набора 5,7 килограмма. То есть хороший компактный набор для ремонта собственного авто. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за подписку на канал наш, за оставленные комментарии. Вы получаете дополнительную скидку при заказе. Спасибо, до свидания.